Ну что, здравствуйте, уважаемые пользователи. У нас сегодня 21 июня 2022 года. И вот я вам сейчас покажу, как выглядит Дарселект. В общем, достижение французских селекционеров. Вот, вот смотрите, вот она ягода. Ну, здесь как бы плантация маточная. Вот, поэтому ну, ягоды не особо много. Вот, тем более мы по правилам содержания маточников земляники садовой мы значительную часть завязи просто срезаем. А это, ну, проверка. Мы должны убедиться, что у нас на кусте растет та самый клубник, которую мы реализуем. Ну что, давайте сейчас одну сорвем. Вот она. Размер. Ну, размер грамм 40. Вот, вкус, вкус. Вкус классической земляники. Вот, очень вкусная, нежная. Она высокотранспортабельная. В общем, вот так это все выглядит. Рассада, естественно, будет у нас. Здесь вот она еще только собирается. Вот. Вот здесь вот тоже только собирается. Так. Вот она, вон она, вон она. Опа. Вот она. Вот смотрите. Вот. Вот. Вон еще. Так, ну мы сейчас прервемся. Я еще продолжим съемки там, где, ну, постарше плантация, то есть это плантация первого года, а там будет плантация второго года, там я как бы поподробнее расскажу. Так, продолжение у нас Дарселекта. Вот смотрите, это уже плантация второго года. Здесь вот ягод никто не срезал. Вот смотрите, вот там он, вон он. Вот. Значит, сказать, что цветонос прям такие, что стоят, нельзя, но и совсем ложиться на землю они тоже не дают. Поэтому она не гниет. Вот, Дарселект. Собирается очень хорошо, быстренько. В общем, автор данного сорта, французы говорят, замеряли, что скорость уборки 12-15 килограмм в час ручной. Поэтому этот сорт, он годится как для себя, так и для промышленного разведения на продажу. Вот, вот так это все выглядит. Вкусовые качества замечательные. Рассада будет по осени. Вот, так что мы это все, вот, о, смотрите, красивая. В общем, это классическая клубника, необычайно вкусная, необычайно урожайная. Так что мы как бы ее рекомендуем для всех зон выращивания, где вообще в принципе клубника растет. Вот, и она, в общем, по совокупности всех качеств является одним из лучших сортов, которые на данный момент существуют. Вот, и пригодны для выращивания практически в любой зоне, где вообще выращивается клубника, ну, земляника садовая. Ну, я думаю, что все. В принципе, я показал, что оно, как выглядит. Ну, вот смотрите. Вот он, Дарселект. Спасибо большое за внимание. Снято.